Только что была интересная история такая. Короче, просыпается Денис, наш повар. И, видимо, проверяет где-то на сайтах наличие билетов. Ему надо в Тбилиси попасть. А билетов не было несколько дней. И тут вдруг он стучит ко мне в дверь и спрашивает, есть ли карта грузинская. Тут случайным образом есть билет. И его надо купить в течение 5 минут. Соответственно, а что ж такое с этим светом? Соответственно, мы пытаемся искать. Сергей спит, а Володя тоже спит. Но мы решили позвонить Володе, то есть он его наврал. А Володя оплатил билет. И все. И у него есть билет на поезд. А Денис наш любит очень фразу, когда у него спрашиваешь что-нибудь, ну как тебе суп, понравился или нет? Или там настроение, или ты устал? И он всегда отвечает, как есть. То есть он просто старается не оценивать ничего и с этой позиции живет. И получается, что как есть фраза, она не отражает ни отрицательную, ни положительную сторону вопрос. Идет дождь, поэтому я прикрыл телефон рукой сверху. Не знаю, как получится записать, не получится. И вот. Ну, в общем, он покупает билет, я его поздравляю, говорю, Бог есть. Он улыбается, я ему говорю, выходит, что если есть как, Бог есть как есть, то тогда получается, что сам Бог это и есть как. Ничто, никто, а как. Как это наш Бог. Вот так вот. Как хочешь теперь с этим и живи. А я иду на кухню кормить людей под дождем.